Привет, с вами Алина, и сегодня я отправляюсь на уикенд в Литву в Друзгинкай. Оно находится где-то в 35 километрах от Гродно, а я еще даже ни разу там не побывала. Но вот в этот раз я побываю. У нас очень грандиозные планы, мы хотим попробовать национальную литовскую кухню, сходить на канатную дорогу, посетить новую арену и даже если останется время, сходить в аквапарк. Ну что, поехали! Канатная дорога, на которую мы скоро пойдем. А это знаменитый огромный аквапарк Друзгинкай. Он почти самый огромный в Европе. Вот отсюда начинается канатная дорога. Вот такая вот тут огромнейшая очередь. Не знаю, как мы тут простоим в такой жаре. А там вот такое вот колесо, которая крутит, и из-за этого вагончики двигаются. Выглядит очень эффектно. Подъезжает. Смотри, вагончики приехали. Смотри, горка вагончики. Колесо перестало почти крутиться. И вот подъезжают кабинки. Может, этой оранжевой штучкой плохо видно, но вот они. Сейчас мы будем садиться. Все, выходят люди, теперь мы заходим. Полетели! Когда мы взлетали, было очень необычное впечатление, но когда уже взлетели, то стало, несмотря на такую высоту, вообще не страшно. Сначала летим над окраиной города, а потом летим над лесом. На самом деле очень красиво, но, к сожалению, видео это так не передается. Там вдалеке дома. На самом деле, Берёшь, здесь совсем не страшно. Лёнь, повернись, пожалуйста. Не надо, не помогай руки. Ещё может... А там лайк нарисован. Вот ещё моменте так было. Давай сюда. Там снова арена, и на ней нарисован лайк. Кстати, поставьте мне лайк, поэтому. Что меня? Это судьба. О, а теперь летим прямо над Неманом. Он очень широкий и красивый. О, а там прямо снизу цветочки. На камеру чуть-чуть видно, но не так, как в реальности. Здесь такой стеклянный вход. Давайте посмотрим, будет ли здесь снег весной. Ну а в следующем видео я вам покажу, как я побывала на Сноу Арене. Уже возвращаемся обратно к аквапарку. На самом деле он с высоты еще красивее, чем так. Все, выходим. Наконец-то мы приехали. Я, конечно,
конечно же, очень сильно устала, но все же мы очень круто повеселились. Я бывала везде, везде, где хотела. Отлично отдохнули. Конечно, после такого активного отдыха мне придется, кажется, еще отдыхать, после отдыха отдыхать. Я думаю, что вы отдохнули вместе со мной. Если так, то поставьте лайк. Если нет, то все равно поставьте лайк. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и другие социальные сети. Все ссылки будут снизу в описании. Подписывайтесь на мой канал. И с вами была Ярина. И всем пока-пока!